Алло, Коля, собачкам давал? Ротвейлером? Я говорю, ротвейлером давал? Че, сухой? Какой сухой? Коточки не давать? Да, и чтоб мешко было. Найди давал? Шарику? А жулику? Почему жулику не давал? Коля, ты сколько раз просил относиться как к себе, понимаешь, Коля? Как к себе. Потому извините. Что, во-первых, я тебе плачу за извините это, правильно? Меня, пожалуйста. И, да я-то найду вообще, она как живая мне сплю с ней, понимаешь? Я души женщина, не мечаю. Я пошел. Больше. Я тебя пошлю сейчас. Не тебе, Коля, извини. Сел быстро. Сел. Здрасте. Здравствуйте. Чего, кто, от кого, каким способом, кто назначил, что нужно, какие интересы. Дайте, не торопитесь, все поймите, отвечайте, все, кто, от чего, каким интересом, кто здесь, когда вы говорите, кому не скажу, были улицы. Видим, на тебя, например, голову, следующий врагу, медаль, еще волочек лечит, даже жить колдованной розе, так много, целый голодный родился, бандички, стоит, ну, извините, это уже начало сеанса. Я говорю, кто от кого что? Кто от кого что? Не от кого что, сам пришел. Сам пришел. Мне порекомендовали, я пришел, потому что уже, если вы не решите, не к кому обращаться. Мне просто, меня зовут Витя так, Крысин. Так. Я младший научный сотрудник. Так, так, так. И работаю 3 года уже. Не надо мне это тоже слушать. Вот. Так, я понимаю, меня что просто... у вас проблемки, вот, правильно? Меня дядя к вам направил. Дядя. Проблемки у вас маленькие, большие и средние, правильно? Нет, только большие. Только большие, это хорошо, хорошо. Сейчас, секунду. Да, действительно, большие проблемки. Так, ну и что? Кто дядя у нас? Дядя Горлохватов Борис Борисович, он у вас здесь был на гадании, так. На процессе гадания. Сказал... Ага. Стоп, стоп. Хорошо, фамилия. Но дорого. Я понял. Фамилия? Горлохватов. Пришел в одних носках. Горлохватова нет. Как нет? Нету. Он точно же у вас подожди, был? Может быть, в должниках? Так. А вот в должничках есть... Горнохватов, ББ. Но это такой, знаешь, бакенбардами такой очень интересный. Рыжий такой. Ага, рыженький. Ну что, я так понимаю, ты за него денежку принес, правильно? Нет, нет, нет. Нет? Мы, а что так? Мы очень дальние родственники. Да? Совсем? Говорили только по телефону и то по необходимости. Ага. Ну что ж, хорошо. Ну я так понимаю, проблемки с женой? На личном с женой, есть, на личном. Да. Ага. Ну так немножко с женой тишина такая, да? Как, что вы? Что? Ор такой стоит, жена орет, теща орет, дети орут. Я даже другой с работы не хочу идти. Ну, думаю, почерчу лучше на работе, потому что там такой крик стоит, орут все, понимаете? И когда я попадаю в эту волну ора, понимаете, мне просто падает настроение, я не могу себя просто сдерживать, я начинаю нервничать. Параллельно со мной не говорите, я имею в виду дома с женой тишина такое, затишье. Такая тишь, гладь, правда, бывает так, да? Ну, этого как бы нет, да? Ну, как бы этого бывает нет. Ну, как бы... Как бы недельку бывает нет, правда? Да. Да. Но бывает и месяцок, да? Бывало. Ну, бывало. Ну, а где месяц, там и полгода, правда, Витя? Ну, вот видишь, ведь карты не врут. А вот тут показывает, и годик был затишье. Да, Витя? Было. Было, Витя. Было, Витя. Откуда вы знаете все? Ну, знаем, знаем, знаем. Карты-то они не врут. Живете, наверное, как кошка с собакой, правда? Кто из вас кошка, кто собака? Кто кролик, кто заяц? Кто опоссум? Кто чибис? Кто воробей? Кто ящур? Ну, кто из вас кто? Не знаю, нас не тестировали. Это плохо, Витя. Ну что? Поговорим про жену. Ну что, Витенька, изменяет? Жена-то изменяет вам. Че замерли-то? Я не знаю. Я не знаю, с кем она может изменять. Ну вы думаете, я уже не нет знаю. Нет в округе никого. Ну как никого? Ну, кто-то же должен быть. Она в столовой работает, там одни бабы. Вот. Может, что-то еще думаем, Витя? Может, что-то еще думаем, Витя? Сейчас. Давай. А может, едоки? Кто? Едоки. Кто это, Витя? Кто приходит есть. А-а-а. Едоки. Я так и думал. Едоки, Витя. Закралось подозрение, но я его не впускал. Я думаю, что-то оно приходит довольное каждый раз после работы. Да, понимаешь? Едоки. Сытое и довольное. Ну, а что будем делать с едоками? Не знаю, я вот от кого-нибудь одного выслежу и просто грохну. Возьму его и убью. Ой, какой мой. Вот какой сильный. Я вот если сказал. Какой смелый. Что тебе дадут-то за в тюрьму посадят и все? Что будешь в тюрьме-то делать потом? Ну, пчел разводить, что ли? Подожди. Девятка, бубей.
Дама Бубей, король Бубей, туз Бубей. Вот не знаю, к чему это вот. Может, плохо перетусовали колоду просто. Алло! Коля! Коля, ты утюг выключил, нет? Утюг, говорю, выключил. В спальне у меня выключил утюг. Гладила я собачками. Выключил? Слава богу. Фу, ну хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Спокойно, как видите, вы меня напугали, просто я на нерве. Фу на вас! Фу на вас несколько раз! Сейчас ты что сделал, Витя, не понял. Ты что сейчас сделал? У меня в прошлом году один посетитель фу сделал, и фуколка на год закрылась, понял? То, чтобы у тебя закрылось сейчас навсегда. Извините меня, женщина, я просто и так пришел к вам на нервике, а вы меня сейчас пугнули. Коля, Коль, собак выпусти. Не надо. Ну пусть погуляет пока. Вы мне про работу не сказали еще. Про работу хочет посмотреть. Ага. Про работу. Подожди, пока не выпускай, на цепи держи. Про работу. Ага, перезвоню. Самое главное, это на работе. Ну что, на работу или сократят, или выгонят, или еще хуже. Так что мне делать-то? Заплатить, что делать. Смысл им всем платить? Я чё? Да нет, не им, мне заплатить. Мне, Витя, мне. Сколько я должен? 100. Чего? Чего, 100? Чего 100? Просто 100, Витя. 100. Просто 100 чего? Денег, Витя. Денег, Витя, 100. Каких 100 денег? Копейки ли, рубли ли? Может, собачек вызовем, нет? Копеек ли? $100. $100. Откуда вы мне такие деньги? Дядя сказал, что вы жестко гадаете. Ну не до такой степени. За что $100? Как удивляюсь. За что мы $100? Аж очечки у нас потели. $100, Витя, 10 минут. А я с тобой 3 часа сидела. Умножай, Витя. У меня нет таких денег. Нет денег. В дядю поиграем. Коля! Коль, выпускай всех. Ага. Дай, надоело мне все это уже. Захочу залезать этой работой. Да. Не надо. Еда есть. Ну так, хиленький, ну ничего. Я пойду потихоньку. Погрызу. Я тихо-тихо от вас уйду. Пусть погрызу. Так, ну ладно, плакать-то, ладно. Ну ладно, что в мишке-то? Что там у тебя? Дрыгает? Да, в мишке мне по работе, денег уже нет. Денег. Ну ладно, успокой, что в мишке говори? Мне надо было это отвезти. Мне сказали в моем КБ отвезти на завод. Так. Мы разрабатывали это 3 года. Что там у тебя? Это дизельный генератор, втулки прицела для оптической настройки лазера, для танка «Желендакус 24П». Но об этом нельзя говорить. Да дай сюда, дай. Сколько? Я не знаю, ну минимум 10 тысяч. Ну и хорошо. Вот и пусть у меня до завтра прилетит. Мне же не сегодня. Принесешь за себя и за дядю, как он, сухо, Горлохватов. Горлохватов. И от Горлохватова, и от всю твою родню. Давай, милый. Ага. Коля, закрывай собак. Пока закрывай. Нет. Выходи, доволен. Нельзя доволен. Идет, говорит, помогла. Иди, говори. Не без этого уходи. Ничего, уйдешь. Нельзя. Давай быстрее, давай. Давай, иди. В темном лесе я свою Марусю потерял. Иди, завтра придешь. Фу на вас. Ух ты, как...